Героями не рождаются, героями становятся. Это выражение сегодня стало девизом для всех присутствующих на вручении орденов мужества посмертно нашим землякам. Церемония вручения состоялась в централизованной библиотеке имени Фазу Алиевой города Каспийска. Открыл мероприятие заместитель главы Каспийска Казбек Демиров. Отдавая себя полностью на защиту страны в тяжелое время, встали и сделали все возможное для того, чтобы страна была защищена. Не думая о своих родственниках, родных, близких, они встали на защиту нашей страны. Всем нам очень грустно, что ребята отдают свои жизни, что мы теряем их. Отметим, что наградили посмертно орденами мужества младшего сержанта Абубакара Бондаренко и рядового Наримана Сулейманова. Эти ребята сражались отважно, они отдали свои жизни ради нашего будущего. И сегодня их матери с гордостью и со слезами на глазах получают их посмертные награды. За мужество и отвагу, самоотверженность, правильное при исполнении воинского долга наградить орденом мужества Сулейманова Наримана Гаджиевича, рядового, к сожалению, тоже посмертно. Почетными гостями мероприятия были заместитель главы города Каспийска Казбек Демиров, военный комиссар Марат Пашаев, заместитель председателя собрания депутатов Аза Алиева и многие другие. Завершилось мероприятие общим фото и чаепитием.